Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. В этом видео я хочу вам показать такую рыбку, как акантофтальмус. Или еще его называют акантофтальмус кюля. Хотелось бы начать с того, что эта рыбка сейчас находится здесь, перед вашими глазами. Но видно ее очень плохо, потому что она любит зарываться в грунте. И в самом начале видео мне хочется немножко пояснить, почему она сейчас находится не в аквариуме, а в отсаднике. Так как эта рыбка ночная и активный образ жизни ведет только в темное время суток, мне пришлось ее пересадить сюда, для того, чтобы ее лучше было видно. Но даже здесь, как видите, она удачно прячется и вытащила только свою симпатичную мордашку. Акантофтальмус кюля обитает в Индии в основном, достаточно в чистых водах. Эта рыбка любит очень чистую воду, поэтому обязательно нужна будет и фильтрация, и очень хорошая аэрация воды. Хотя, в принципе, эта рыбка не особо прихотлива, но, тем не менее, нужно обратить внимание на то, что грунт придется очень тщательно убирать, так как вы видите сами сейчас, да, она находится в грунте. Как правило, днем она обитает только в нижних слоях воды, редко может выплыть в серединку вашего аквариума. И только ночью она плавает по всему аквариуму. Днем и в светлое время суток она добывает пищу себе только на дне. Да, это очень хороший чистильщик. Весь корм, который падает на дно, она очень хорошо достает, выкапывает и, так скажем, убирает за всеми рыбками. Это у нее очень большой плюс. Ну и, как я уже сказал, нужно будет постоянно тщательно сифонить грунт, потому что, так как эта рыбка находится на дне, она подвергается большей опасности при распадах на аммиака, соответственно, и он на нее влияет в большей степени, чем на остальных рыб, относительно, конечно же, невзирая на то, что это очень-очень хороший уборщик. Акантофтальмусы достигают размера в аквариуме от 8 до 12 сантиметров. Также можно легко отличить самку от самца. Самки, они немножко крупнее, и тело у них немножко плотнее, чем у самцов. Продолжительность жизни у этих рыб около 10 лет, но некоторые аквариумисты утверждают, то, что у них они проживали и еще дольше. Акантофтальмусы не очень любят крупный грунт, который вы видите сейчас. Они любят грунт мелкий, и помимо этого, желательно вообще, чтобы в аквариуме был песок. Они очень любят в песке рыться, и это им будет самая, так сказать, радость. Ну а сейчас давайте все же его пересадим в аквариум и посмотрим, как он будет себя вести там. Но могу сказать заранее, то, что он сразу же спрячется и не даст с собой полюбоваться. Сейчас мы вместе с осадничком поместили акантофтальмуса в аквариум и немножко его пободрим. Зашевелился наш вьюн, но все еще боится вылазить. Вот он такой красавец. Ну, как я и говорил, он сразу будет пытаться скрыться от нас. Обратите внимание, с кем я его сейчас посадил. Как видите, это все мирные рыбки здесь у нас находятся. И все-таки мне придется его немножко помучить, дабы вам его показать, поэтому даже в аквариуме пришлось его перелавливать в сачок. Хочется еще сказать то, что он настолько мирный, хотя некоторые думают, что он хищник, и такой вопрос уже слышу неоднократно, можно обратить внимание на его рот. Он достаточно маленький, и для того, чтобы быть хищником, рот ему просто не позволит. Мало того, если креветки не совсем мелкие, он может уживаться даже с креветками. Питается практически всем. То есть, данная рыбка, она всеядна, будет хорошо есть живой корм, замороженный корм, мотыля очень любит. Также можно питаться, и легко питается и таблетками, и какими-то другими искусственными кормами.
очень необычный окрас. Окрасы бывают у них разные, разные есть подвиды. Но единственная сложность в том, что размножение у них практически невозможно без всяких, так сказать, стимуляторов. Но если вдруг у вас это получится, зрелище будет очень интересное, так как у октофтальмусов икра липкая, зеленая, и, как правило, они ее откладывают на корнях плавающих растений, если, конечно, у вас таковые будут. Ну и, как вы уже поняли, с хищниками данную рыбку желательно не содержать, тем более, если у вас цихлиды какие-нибудь, тем более, если они у вас крупные. Естественно, этого вьюна они воспримут как корм, как червячка. Более активно себя чувствуют в стайках небольших. Когда они и днем могут вылазить, когда они, конечно, в одиночестве, что нежелательно, как сейчас у нас. Видите, они там прячутся за рыбкой. Конечно, он более скромно себя ведет в аквариуме. Но и стоит учитывать то, что полюбоваться ей вы сможете только в темное время суток и изредка днем. Это бывает очень редко. Но эта рыбка стоит того. Как я уже говорил, то, что она, как и сом, хороший чистильщик в аквариуме, да и вообще просто за ней интересно понаблюдать. Такая змейка. На этом, в принципе, все, мои дорогие друзья, что я вам хотел про эту рыбку рассказать. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.